Сейчас перейдем к восьмому благому деянию из биографии Микио Дорджи. Восьмое благое деяние связано с практикой средней личности. В коренном тексте сказано: «Пока мы полностью не пересечем океан рождений и смертей, во всех трех мирах счастье и богатство непостоянны. Я размышлял о том, когда смогу навсегда освободить существ во всем пространстве из трех миров сансары». И это также, я считаю, одним из своих благих деяний. Микио Дорджи в одном из своих сочинений пишет о том, что основная практика малой личности — это соблюдение закона кармы, следование закону кармы и отвержение совершения неблагих деяний. И сказано, что в рамках этой практики крайне важно воздержаться от причинения зла другим живым существам. Но вместе с этим необходимо задуматься о том, если мы перестанем совершать плохо, обходиться скверно с другими существами, то будут ли они полностью освобождены от всего зла? Будут ли они освобождены от всего вреда, который им причиняют? Конечно же, они полностью не освободятся. Если мы перестанем причинять им зло, но тем не менее будут другие существа, которые будут обходиться с ними скверно. И поэтому очень важно, чтобы это существо само избавилось, искоренило причины, которые в будущем приведут к страданиям. Этими причинами страдания являются омрачение и карма. Если перестать накапливать неблагую карму, то все существа в этом мире не смогут навредить ему. И если перестать накапливать неблагую карму, которая приведет к рождению неблагих уделов, мирахада и тому подобном, то тогда даже в такой ситуации, если другие будут подталкивать нас к тому, чтобы мы каким-то образом обрели рождение неблагих уделов, то это не получится. Поэтому окончательными причинами возникновения всех страданий является карма и омрачение. Из-за омрачений, из-за воззрения о самости, которое присуще нам, мы не знаем, кто является врагом, а кто является нашим другом. И цепляние за самость, эгоизм, себялюбие, мы считаем, что они наши союзники. Не видим в них врага. И вместо того, чтобы их искоренять, мы их лишь укрепляем, накапливая неблагую карму, совершая зло, совершая неблагие деяния. Поэтому, если принять во внимание даже одно существо, то все, что находится в сансаре, начиная от сферы сансары, которая называется вершина бытия, и заканчивая самыми низшими пределами сансары, находящимися в адских измерениях, то все эти вещи
вызваны кармой и омрачениями. Их поток существует благодаря карме и омрачениям. Чтобы отбросить их, необходимо подвязаться практике мудрости. Чтобы взращивать мудрость, необходимо изучать практику, связанную с четырьмя истинами. Четыре истины показывают, что необходимо принять, а что необходимо отбросить. Об этом учил Будда во всех трех колесницах, учениях тайной мантры. Во всех них Будда учил этой практике отказа от неблагого и принятия благих деяний. Учил о том, что необходимо отбросить и что необходимо принять на духовном пути. Мы должны поэтому прикладывать все усилия, чтобы породить соответствующий опыт, живой опыт, связанный с этой практикой. Представьте, что на вас упала ядовитая змея. Вы, конечно же, сразу же отбросите ее от себя подальше. И точно так же, если вы видите, что складывается такая ситуация, которая толкает к совершению неблагого, то вы должны точно так же отстраниться от этой ситуации, как если бы это была ядовитая змея. Иные говорят, что, например, когда кто-то умирает, например, когда скончался Чаши, то, скорее всего, он избавился от мучений в неблагих уделах. Скорее всего, он стал великим царем Чакравартином. Обычно так принято, когда люди уходят из этой жизни, когда приходят к ламам и спрашивают об участи усопших, то родственники усопшего спрашивают: мы очень беспокоимся за нашего уж отошедшего в иной мир друга, родственника. Не могли бы вы сказать, где он сейчас переродился? И тогда наставник принимает серьезный вид и говорит: прочитайте мантру «Ом мани падме хум» несколько раз, сделайте дары мне, и не беспокойтесь. Через несколько месяцев снова приходите ко мне. И если учитель желает принять еще даров, желает еще что-то заполучить, то он скажет: приходите через некоторое время, чтобы получить еще раз подношение от верующих. И тогда ламы говорят: не беспокойтесь, ваш родственник стал Чакравартином, стал великим вселенским императором. Он избежал участи неблагих уделов. Так говорят по обыкновению. Но Мигё Додзи говорил: если мы будем вести себя, как и прежде, как привыкли, то мы ни в коем случае не избавимся от страданий неблагих уделов в будущем. Мы ни в коем случае не обретем счастье, блаженство высших рождений.
И когда к Мегидо-джи обращались и рассказывали ему страдания, говорили о том, что «О, учитель, взгляните на меня, помогите мне, я совсем нищий, у меня нет средств к существованию, у меня нет ни еды, ни пищи, ни крова, ни одежды». И когда с такими словами обращались к Мегидо-джи, то он принимал все это очень близко. И старался им помогать. Об этом пишут ученики Мегидо-джи. И также Мегидо-джи справлялся у своего окружения, о судьбе людей, которые обращались к нему в прошлом. И, конечно же, в те времена новости не сразу же доходили до людей. Новости не распространяются так быстро, как сейчас, в наше время. И когда Мегидо-джи спрашивал, как случилось с тем человеком, что случилось с ним, который приходил прежде, то Мегидо-джи говорил о том, что даже если человеком, если дела человека идут в гору, то Мегидо-джи всегда предостерегал, что мы находимся в сансаре, что сансара — это место полное страданий. Необходимо проявлять осторожность в своих действиях. И если мы взращиваем когда мы размышляем о сансаре, о ее страданиях, то мы взращиваем страх перед ее страданиями. И Мегидо-джи говорил, что подобный страх не имеет никакой связи с простым беспокойством, когда мы беспокоимся из-за мирских вещей. Но такой страх является средством отвращения от сансары, средством, благодаря которому мы отрекаемся от сансары. И благодаря практике воззрения, медитации и поведения, которые исполнены аспектами метода и мудрости, мы можем отбросить и искоренить эту сансару, а также ее страдания. И Мегидо-джи также говорил, что необходимо следовать учению четырех истин, где объясняются принципы отказа и принципы принятия тех вещей, которые нужны на духовном пути. Такие наставления по обыкновению даровал Мегидо-джи. И мирская жизнь так устроена, что если у вас есть дом, то в доме всегда что-нибудь сломается. В доме необходимо поддерживать порядок. Если есть машина, то надо менять колеса, шины, необходимо проходить техосмотр и так далее.
Поэтому всегда что-нибудь случается. И некоторые наставники говорят так, что когда случаются все эти вещи, мы сталкиваемся с невзгодами жизненными, то вам не стоит беспокоиться, просто пребывайте в лике Ригпа. Просто научитесь смотреть в этих вещах проявления Дхармакаи. И некоторые видят, что простых таких наставлений недостаточно. И иные учителя начинают усердствовать в таких практиках, как практика слушания, размышления и медитации. Но зачастую такие практики приводят к тому, что человек вместо того, чтобы практиковать дхарму, начинает слушать, размышлять и медитировать для того, чтобы стяжать мирские вещи. И некоторые поэтому учителя говорят, что когда мы впадаем в такую ситуацию, то наша практика не полна. Она складывается ложным образом. И Микё Дорджи говорил об этом. Говорил, что в нашей практике мы должны быть свободны от всех этих ошибок, изъянов. И далее, в 9-м четверостише, и далее Микё Дорджи объясняет этапы пути Великой Личности. Сегодня я не смогу полностью закончить биографию «Благие деяния», потому что есть некоторые отрывки, которые требуют тщательного объяснения. Если же я их просто прочту, то в этом не будет никакого смысла. Если я столько времени потратил на видение, а сам основной текст просто прочитаю, то в этом будет мало смысла. Если начало очень пышное, но концовка очень скудная, то это, конечно же, не самый лучший вариант ведения дел. Поэтому я постараюсь и дальше подробно объяснять эти биографии. Если же у нас выйдет время, то мы можем отложить концовку объяснений на следующий год, на будущее. И когда мы читаем жизнеописание Микё Дорджи, то он много писал о вегетарианстве. Он много писал о оставлении принятия мяса в пищу. В целом, в лагере Кармап было запрещено принимать вино и принимать мясо. Предыдущие Кармапы также
не употребляли мясо и вина. Сложилась такая историческая традиция. И когда восьмой Кармапа был возведен на трон в детстве, то, несмотря на такой высокий титул, у него не было личной свободы. Вся полнота власти в то время находилась в руках старших монахов лагеря Кармапы. И в детстве Микё Дорджи, ему также некто обратился с предложением, что необходимо совершать практики подношения цок и использовать при этом настоящее мясо. И для этого забивать, например, целого баряна для этой практики. Но Микё Дорджи сказал, что это ни в коем случае не стоит делать. И в действительности, затем восьмой Кармапа Микё Дорджи, когда он стал самостоятельным, он продолжил эту славную традицию отказа от мяса и от вина. И в некоторых ритуалах, где используется гутор, подношение гутор, он также запрещал использовать мясо. И Микё Дорджи также в свое время приложил большие усилия для того, чтобы распространить в Тибете этот обычай отказываться от мяса и принимать белую пищу. В каталоге 100-тысячных сочинений можно увидеть такой манифест, который написал Микё Дорджи. И поскольку эта традиция отказа от мяса связана с лагерем Кармап, с Карме Гарчен, то я хотел бы завтра продолжить эту тему, завтра раскрыть, что из себя представляет лагерь Кармап. Потому что это слово, оно вновь и вновь повторяется. Мы часто говорим «Гарчен» или «Великий лагерь Кармапы». На днях ко мне обратились некоторые люди и сказали, что они не могут представить себе «Гарчен», как он был устроен, лагерь Кармап. Что касается сведений о лагере Кармап, то нет единого источника, где лагерь Кармап описывался бы исчерпывающим образом. Вместо этого нам следует обращаться ко многим трудам, ко многим сочинениям, чтобы понять, как был устроен лагерь Кармап. Я завтра постараюсь рассказать об устройстве лагеря Кармап. Если у меня не получится, то тогда я не буду человеком. Если не получится завтра рассказать
о лагере Карма, считайте, что я не человек. И я постараюсь завтра объяснить. Но, тем не менее, я не знаю, насколько подойдет вам мое объяснение. Таким образом, мы поговорим о том, как возник лагерь Карма. Поговорим о рассвете Карме Гарчен, лагере Карма. Я полагаю, что вы в общем образе поймете для себя эту историю. И давайте сейчас вознесем наши молитвы, сделаем благопожелание заслуг. Пусть силой этих заслуг все существа достигнут состояния всеведения и победят врага, ошибки и заблуждения. Все существа будут вызваны из изменчивых волн рождения, старости, болезни и смерти. Учение Будды основано, из которого возникает все как сансары, так и умиротворение нирваны. Да пребудет оно долго, и будет долго учение Будды. Пусть все святые наставники, которые хранят это учение, будут украшены процветанием, благополучием, и пусть их стопы прочно пребудут в этом мире. Кармаба – воплощение сострадания всех победоносных. Кармаба – единство деяний всех победоносных. Кармаба – наследник, наделенный властью всеми победоносными. Пусть твои стопы прочно пребудут в этом мире. Пусть во всех своих рождениях я буду неразлучен с учением несравненной Тапо Кагью, в особенности достославным Кармабой, который пусть пребудет над моей макушкой в качестве украшения.